Бога связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь великий. Гений! Что сделать? Это энергия, которая каждый день, который приходит к нам постоянно. Сделай себе разрешение. Смотри, в ББСке, там, где... сейчас тебе скажу. Но у меня не БСка, у меня Мондикам. Ну, на БСке, да, это другая программа. Ты хочешь сказать, у меня... Ну? Ты хочешь сказать, у меня плохое разрешение экрана, тебя, что ли? У тебя все растягивается. Но... Блин, из-за этого очень, не то. Ты записываешь в ББСке. Вот ты просто видео вот в ОБС-ке, черный, ОБС-видео, черная она такая, будет, ну, там, ну, как китайская, так я не знаю. Вот там видео поставить разрешение первое своего экрана, а второе 1980 на, там, ой, 1080 на... Не, ну я здесь могу прибавить, просто это самое, это же в России хороший оплот. А в Канаде тогда оплодывают длины. Да я понял, увеличить нужно. У меня там 480, а нужно сделать 720, я понял. Не. У тебя само, Соотношение сторон. Нет, это было у меня раньше. Да. Сейчас у меня нормально последние недели. Я помню, было такое, да. Как тебе, Олегу, привет. Тебе привет из всех наших. Окей, да, всем привет. Что там как? Что ты хотел спросить, как? Я-то южный понимаю. Да я видел, да. Я смотрю, у тебя это самое, реклама канала, у тебя прямо разговор с таежником. Да. Понятно. Ладно, пойдем дальше. Ну давай это самое. Ты там это самое. Обожди. Ты видел? Я тебе один прикол расскажу. Ну, я уже рассказывал на право на мнение. Ты не смотрел? Я видел, знаешь, что, как ты собирал на себя. Ну, с Олесем. С Олесем. Я долго не смог посмотреть. С Олесем, с коммунистами. Нет, но этот Мудель, он нормально со мной, потому что он не такой отмороженный, там, как Дедусик или Фархад. Но со мной. Я просто сглаживал острые углы с ним. Почему? Потому что либералы настроены на приглашение укроблогеров, а если посрался, то они меня больше не приглашали. Типа я... Коронные свои фразы, типа «Украина – гнойная отрыжка коммунистического режима», я не применял к нему. Обычно я ко всем укроблогерам... Ну, нет, у меня есть нормальные беседы, с кем я нормально беседую, я с ними там, с киевской хунтой, да, вот как ты тоже. Олег, подожди, а ты же есть... Заходи, давай, чем замыслимся с укроблогерами. А куда? Где есть я? Ну, это как его на линии ФМ. Ты же есть, по-моему. Ну, есть. Давай ему идти. Нет, давай. Надо просто искать. Они же не хотят к тебе приходить. Они к этому-то неохотно ходят. Они к либералам-то неохотно ходят. Я почему? Мне этот дед, этот самый Олесь, он, в принципе, у него язык, конечно, подвешенный, тем более для его возраста, но он абсолютно не владеет нормативной базой Украины. Я бы его мог раздавить элементарно. А он в конце, когда это, в конце ляпнул, что я его как щенка, и свалил. Это я его, в принципе, мог как щенка продавить, это самое. Нормативные базы Украины. А просто я не стал этого делать, тогда бы это не в парадигме было действия либералов. Они наоборот хотят неконфронтационные беседы с укроблогерами. Я тебе просто объясню, почему. Скажем так, я не ушел. Потому что когда укроблогеры не появились,
Я тоже хотел поучаствовать, но меня рассказали мнение, извините, тормози. Я сказал, мне больше не звонить. Просто понимаете, у них никогда не даются контакты, почему я это объясню. Потому что есть их мнение, больше не такого. Ну нет, ну у них парадигма такая, они там все время против, там, как они считают, путинского режима. Но я им говорю, вы против путинского режима, а я против киевского режима, да? Ну, тогда получается дискуссия. А если все против одного, вы там находите какие-то, какой-то мелкотемия, типа про баки, там баки открывают, или там эти маски продают в этом. Ну ладно, бог с ним. Я тебе хотел бы прикол-то рассказать. Слушай, можешь использовать его с этими, с укроблогерами и иным укроориентированным и укрофильным контингентом. Это тоже моя фраза коронная. Ты знаешь такого деятеля в России, Савченко? Ну, Савченко не знаю. Я знаю Савченко. Ну, знаю. Ну, вот это надо знать. Это губернатор Белгородской области. Ну, многие знают, многие знают. Он вот потом, вот сейчас верь на слово, потом специально зайди и проверь. Он попал в миротворец, и за что? Набираешь Евгений Савченко. Ну, там будет губернатор Белгородской области тогда. Основание попадания в миротворец. Попытка пересечь границу Украины с целью попасть в Крым. Ты смысл? Нет, ты смысл, понял? Ну, кстати, пишет, что я не снялся с Волги. Да? Ну, да, так... По-моему, он тоже в Белгородской области. Ну, так, ну, я... ну посмотрим. Он в Крым. Ну, ты, нет, ты смысл понял? Он пытался воспользоваться с точки зрения Украины законным способом попадания в Крым. То есть с территории континентальной Украины. Это не потому, что он такой там законопослушный по отношению к Украине, а потому что из Белгорода просто это выгодней. Иначе будет крюк 600 километров, если кругляка делать. Именно из Белгорода и только из Белгорода. Ну, может, еще из Брянска выгодно также. Вот, так они ему написали, попытка проникнуть на территорию Украины с целью попасть в Крым. Вот так. Вот такой прикол. Ладно, Олежка, пойду. Ну ладно, за это самое, давай, обожди его сейчас 2 минуты, может, какие вопросы есть, я открыл твой чат. Твой чат, если какие вопросы есть, пишите, отвечаю. Да. Олег, не ответил. Ну ладно, вопросов нет, все надо сонные. Ладно, давай. Всех благ. Have a good stream. Да дурака валяли. Разговаривают. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть они... Москва с Уфой отправляется с первого... Куда? Проспал! Скорый поезд номер 12 Москва с Уфой отправляется с первого пути. Скорый поезд номер 22 отправляется с седьмого пути. Внимание! В платформе номер 4 прибывает пассажирский поезд 59 Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68 Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой.
Объект со станции Харьков ушел. Харьков русский город. Его сделал украинским Владимир Ильич Ленин. Пытаясь, да, Украине, которую он создал, какую-то экономическую поддержку. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Голытьбу всяку прочую за станицы родные, за луга, за Леонид, да за царскую волю.